Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматическая винтовка «Байкал МР-514К». В комплекте содержится руководство по эксплуатации, два дополнительных магазина. Эту винтовку также называют «крокодилом» за счет своего необычного внешнего вида и механизма взвода винтовки. Пружинно-поршневой механизм расположен параллельно стволу. Следовательно, взвод осуществляется путем перемещения ствола в вертикальной плоскости до характерного щелчка. Стоит заметить, что этот процесс происходит с заметным усилием. Также эта модель необычна тем, что она стреляет не только свинцовыми пулями калибром 4,5 мм, но и стальными шариками такого же калибра. Ложе, приклад, рукоять винтовки — это все полностью изготовлено из пластика, окрашенного в черный цвет, что делает винтовку неприхотливой в ежедневной эксплуатации. Ствол нарезной. Он, как и внутренние механизмы винтовки, изготовлен из оружейной стали. Имеется прицельное приспособление открытого типа — это мушка и регулируемая прицельная планка. Также есть планка вивера, на которую можно установить оптику или, например, лазерный целеуказатель. В винтовке есть автоматический предохранитель спускового механизма, который исключает случайный выстрел. Винтовка имеет очень компактные размеры при хорошей мощности. Плюс ко всему, она обладает весом менее 3 кг. Максимальная скорость выстрела по заявлениям производителя достигает 170 метров в секунду. Давайте перейдем к испытаниям винтовки. Байкал МР-514К очень необычен внешне, но удобен в эксплуатации. Отлично подойдет для начинающих стрелков, любителей охоты, а также развлекательной стрельбы. Приобрести ее можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».